Спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной после обновления ожидал ряд изменений. Теперь спортом стало заниматься намного проще, ведь на трассе регулярно проводятся групповые занятия йогой, пилатесом или зарядкой, а также проводятся мастер-классы с известными спортсменами. Давайте узнаем, как же одинцовцы относятся к активному образу жизни. Добрый день! Ну, пожалуйста, ответьте на пару вопросов. Активный образ жизни для меня – это физическая подготовка, спорт, прежде всего, которым я увлекаюсь всю свою жизнь. Активный образ жизни, ну, знаете, это когда вроде утром так встаешь, и вот прям хочется делать зарядку, там, бегать, прыгать, ну, как бы, это надо поддерживать. Активный, здоровый образ жизни – это одно и то же, в принципе. Ну, что, футбол? Ну, спортивный отдых, развлечения, вот здесь очень красивый город. Считаю, вообще можно, достопримечательностей очень много, интересно. Для меня активный образ жизни – это пробежки по утрам, это прогулки с ребенком, это турники. К сожалению, на остальной спорт у меня времени не хватает, потому что нужно заниматься семьей и работой. У меня ребенок занимается спортом, поэтому вот для нас это как бы все. Мы тут с утра до вечера. Теннис, футбол, баскетбол, волейбол. Для меня здоровый образ жизни – это плавать, бегать, заниматься физкультурой. Ну, это когда молодежь стремится к спорту. Вот. Там у нас вот есть площадки, футбол, и всегда это радует, когда проходишь и смотришь, люди играют, и от мала до велика, вот. И, ну, вот такая активность молодежи. Хождение по утрам на стадион, здоровое питание, не знаю, что еще даже. Активное участие в жизнедеятельности, даже не знаю. Способ стать лучше, быть здоровым человеком, приносить пользу не только себе, но и окружающим. Ну, для меня уже чего активное? Никакой активности, всего только ребенок. За ним и бегаю. Обязательно. Это самое главное. Я считаю, что в школе надо сделать каждый день урок физкультуры. Причем разнообразить. И гимнастика, и легкая атлетика, футбол, хоккей, все что угодно можно сделать. Стой! Что для вас активный образ жизни?